Короче, мы сейчас сходили в Фикс Прайс, купили немножечко еды. И сейчас идем на танцы. Как? Твою мать. Я думала, мы выезжаем в завтра. Завтра в 4 утра. А мы выезжаем сегодня, мне Ульяна сказала. Я такая, чё? Прикольная, да, история? 15:54. У нас 5 минут, чтобы дойти, переодеться и все сделать. Короче, мы уже пришли. Сейчас 8 вечера. Вика пришла к нам. Вика почему-то... Приходите к нам, если хотите. У нас комната 4, у них комната 5. У них почти то же самое, просто у них все с другой стороны стоит. Есть у них другие фотки. И у них другой стул, у нас красивый стул. Вот так выглядит наш... Угу. Как это назвать? Номер? Ну, это не номер. Наша рум. Вот так выглядит наша рум. Мы будем в ней завтра до 12 где-то утра. А потом мы перейдем в общую, когда приедут все девочки. Просто сейчас они еще не приехали, понимаете? Здесь вот такое вот окно большое. По камере оно выглядит меньше, но оно больше. Вау, окно. Такая люстра. Тут все такое в стиле. Как это? Современное искусство. Здесь у нас уже еда. Здесь... декор. Здесь фотографии Вики. Здесь фотография моя. А здесь фотография моя. Мама, можно выпрыгнуть. Какой, какая-то женщина смотрит на меня. Посмотрите, какой красивый стакан. Я сохранила его из машины только для того, чтобы показать вам. Туалеты выглядят, кстати, вот так. Красиво так. Что да, все, можно не показывать. А сейчас я ем вот такую вот фигню, она вкусная, со вкусом кока-кола, а Вика угорает на своей однокласснице, потому что ее ждет смерть. Ее ждет Ириночка. Не плакать. Мы придумали челлендж, точнее я придумала челлендж. Кто завтра раньше встанет и кто проиграет, тот получит 10 шумомов. Кто завтра раньше встанет? Вот так. Ребята, полтретьего. Мы договорились так-то завтра встать рано. У нас фотосессия. Что это такое? Ой. Сейчас мы снимаем крутые тиктоки. Она нас переселяет отсюда, как к остальным девочкам. А мы не хотим, это наш номер, наш крутой номер. Вот наш новый номер, здравствуйте. Да, я буду спать вот тут. Кстати, я вам покажу кухню, пока там почти никого нет. Вот она, вот она. Я, вот. Что, меня забыла? Нет, тебя не забыла. Здесь такие вот столики, а вот здесь вот такая вот барная стойка. Ну, как барная стойка, можно так назвать. Чё? Тут есть, братан, такая. Ну, почти получилось. Они, знаешь, как у вас поезд запустили? Я сейчас обустрою рум-тур. Тут книжечки. Просто не хватило на дизайн баки. Взяли, вот отсюда поставили. Вход. Чё-то не сказала, что отсюда вход. А, здесь мы входили. Вот. Им не хватило на деньги, на ремонт взяли баки, покрасили, поставили просто. Все, мы поснимали тиктоки. Вот мой завтрак, вот их завтрак. Расскажи, что? Привет. Привет. Короче, мы пришли в торговый центр, и мы хотим есть, но тут нечего есть. Во-первых, нечего, во-вторых, если даже что-то есть, то оно дорогое. Да, девочки, мы выиграли. Мы выиграли в лотерею жизни. Короче, нашла вот такую прикольную кофту. Она еще вот такие.
такими цветными вкраплениями. Вики, это не нравится, но мне нравится. Я, короче, взяла всякие сэндвичи и оливье. Ну, я сейчас что-то хотела сказать. Короче, один раз, когда мы были в метро... Мы решили, там какая-то монетка выпала, я думала, что это 10 рублей, странные какие-то, и думала, где билетик, где все такое. Я тоже так думала, короче. А я думала, что мне 10 рублей вернули. Да, кстати. Всем привет, меня зовут Ульяна. Ты уже говорила, мне 13 лет. Меня зовут Ульяна, мне 13 лет. Короче, я забыла здесь фотоаппарат, но мы сходили, короче, заниматься там. Я почему-то снимаю Адриана, ну ладно. Короче, давайте я вам вообще покажу, что я сегодня купила. Это вот такое оливье, потом два пирожка с картошкой и, по-моему, с сыром, но один уже Адриан съел. Чу. А как они будут поднимать? Короче, два вот таких вот сэндвича, кока-колу и вот такую кофту, и все, да. Сейчас вообще не волнуюсь, я буду волноваться только тогда, когда мы будем стоять там уже, а сейчас нет. Подожди, я закроюсь. Девочки, мы заняли два первых места. Из двух камеров. Из двух камеров. Все, мы приехали. Кстати, мы сегодня опять в Гринче, только теперь не с девочками, потому что они поехали в Мегу, в Икею вообще поехали. Празднуем первое место. Мы просто спали в машине. Первое место. У нас супер трудный выбор, пойти в продуктовый, в который нам надо, или пойти сесть, а мы хотим сесть. Мы плачем, потому что не знаю, как найти билет, мы будем нас... Ну, лучше, блин... Давай, говори. Просто иди сюда. Заместо того, чтобы сходить туда и пойти сесть, мы будем сейчас стоять тут. Да! Короче, мы взяли какое-то говно. Смотрите, что мы взяли. Вот. Короче, там были пирожные. Расскажи, да, нет, погоди, там были пирожные. Я такая, Вика, мы должны это купить. И она такая, фу, что это за говно? А там в тот момент тетенька выбирала эти пирожные. Я так, короче, обернулась. Себя расскажи, ты что делаешь? А мне что рассказывать? До свидания. Нежная невесомая текстура, напоминающая засканать сердце твое. А зачем ты это полотенце укрываешь? Когда вдруг остался ночевать, и он забыл тебе дать полотенце. Ой, одеяло. Ну что, я его скрывожу. Мы спокойно кушали мороженое. Но нам нужно бежать к магазину Михаила и Катерина. Агитя. Мы больше не в силах. Уже прошло 20 минут. Мы все еще идем. Нам холодно. Мы уже не можем идти. Прощайте. Давай, держи. Нет! Вы что, пришли? Девочки, посмотрите, оцените мой аутфит. Ну, встань, я покажу. А ты где купила? Купила? Нет, украла! Фикс прайс. Прикольно. Фикс прайсе? Какой нет. Да. За 7 косарей. Серьезно? Да. Мы любим их. Нет. Так, все. Дальше мы купили. Топотышка. Большой объем. Тоже большой объем. Актуаль. Мы купили какую-то херню. Я не купила пальто за 7 тысяч, нахрена? Не, я купила за 6, а шарф за 1000. А потом еще брюки. Охереть.